сегодня изучаем систему поддержки принятия решений. Я привел несколько примеров, в том числе это рекомендательные системы, которые популярны сейчас в различных интернет-магазинах. Ну, это на самом деле сейчас наиболее популярное, что ли, направление именно развития СППР. Не знаю, хватит ли у нас сегодня времени и желания их рассматривать. Можно потом отдельно, кстати, тем посвятить. Значит, есть несколько агентов, в том числе лицо, принимающее решение, которое в конечном счете принимает окончательное решение. Но надо сделать так, чтобы информация, которой он пользуется, она была как можно менее субъективна. Поэтому основная задача как раз СППР – это организация, ну, автоматизация обработки информации, там, предварительной, там, интеллектуальной, с целью получения антиинтуитивных решений, то есть решений более-менее объективно, ну или не более-менее, просто объективно обоснованных. Вот. Мне доводилось работать с двумя такими системами, собственно, с рекомендательными. Мы с одним магистрантом делали систему, рекомендательную систему для рынка недвижимости Иркутской области. Вторая, которая более интересна с моей точки зрения, это как раз система поддержки принятия решений по рациональному использованию лесных ресурсов в Иркутской области. В принципе, любого другого региона можно. Если у нас, конечно, есть необходимая информация о структуре древостоя в том числе. И по идее, значит, система должна вот такая, да, которая именно оперирует вот этими терминологией, да, там, переменными, характеризующими древостой, должна быть удобна в использовании. То есть это основная проблема как раз вот именно системы поддержки принятия решений. В том, что если в них используются какие-то современные или суперсовременные математические методы, то есть, говоря, в основе таких лежит какой-то математический метод или там математическое моделирование, то для того, чтобы этим методом лицо, принимающее решение, ну, мы будем предполагать, что кроме как ЛПР на этапе использования СППР вот этой, да, Decision Support System, система поддержки принятия решений, у нас больше никого нету. Да, по идее, лицо, принимающее решение, должен оперировать двумя основными блоками. То есть первое — это постановка задачи. Блок вот такой. Его задача, ну, задача этого блока состоит в том, чтобы предоставить лицу, принимающему интерфейс, где бы, да, с помощью которого он мог выбрать, например, вариант задачи, какие-то коэффициенты там мог задавать. В принципе, существуют статьи, в том числе в советской литературе, где на основе диалоговых систем этот вот пользователь, ну, там не только система поддержки принятия решений были на нем реализованы, но, в общем, лицо, принимающее решение, мог выполнять вот эту вот частично параметрическую и структурную идентификацию математической модели. Второй блок, с которым он взаимодействует, это, собственно, визуализация результата. Результата, то есть мат-модель что-то там посчитала, здесь такой блок есть. Ну, я тут, вот ту схему, которую мы в самом начале изучали, многоэтапное математическое моделирование, я вот сюда вот ее включаю. В том числе, кроме мат-модели, у нас что есть?
Там набор критериев. И вот здесь вот данные модели, критерии сюда. Какие именно критерии, зависит от постановки задачи, естественно, да, будем рассматривать. А вот здесь вот находится не ядро системы, а как раз вот та подсистема, которая занимается вот этим, собственно, математическим моделированием, как вычислением сценариев, так сказать. Вычисление сценариев и оптимизация. Там многокритериальная, например, оптимизация, там, построение порядка оптимальных множеств. Кстати, тут тоже надо. Эта система должна каким-то образом управлять этим процессом. Ну и в том числе и визуализация. Потому что что именно нужно показывать, тоже очень большой вопрос. Вот. Получается, наверное, схема может даже и не влезть тут. Скажем не так, пускай здесь будет у нас машина вывода. И база знаний. То есть вот эта вот подсистема. Эта вот подсистема, тут я еще кусок выделю. База знаний. Здесь еще база данных. Она занимается тем, что строит как раз даже другим цветом нарисую. То есть она занимается тем, что как раз вот управляет этими блоками и в конечном счете идентифицирует модель. Там ищет начальные условия, создает эти сценарии. А, вот тут еще, кстати, да, вот блок. Которые сейчас заштрихуют, а без него тоже как-то неполноценно получается. Это под блок. Значит, просто непонятно, как это все работает. Получается такая суперсистема, которая все практически может. Я тоже отдельным цветом выделить таким вот. Сценарий. То есть самый простой вариант, да? У нас есть, скажем, здесь меню. И здесь возможные варианты задач, которые система поддержки принятия решений делает, да? Дальше нужный вот этот пункт подается вот в этот блок, где сценарий. И сценарий сюда передают в машину вывода такую базовую. Необходимые там запросы, информацию, по которым, соответственно, при помощи знаний из базы знаний осуществляется как раз построение конкретного класса моделей из этого блока математического моделирования, а также выработка критериев. Ну, эта вот линия, она получается собой показывает, что часть информации сюда мы. Да. Здесь у нас как запрос на сценарий идет непосредственно, что мы будем делать. А что конкретно, то есть какие конкретные входные данные, мы как раз тоже отсюда можем получить. То есть, грубо говоря, здесь есть подменю, или там форма ввода уже какой-то дополнительной информации. У нас сюда потом эта информация поступает. И сюда, соответственно. Так, ну и база данных тоже используется. Скажем, вот в нашей задаче с лесами. В базе данных хранилось текущее состояние, там была эксельная таблица. Эксельная таблица, мы из нее загружали как раз через UDPC, как первый раз там делали. Представляли ее в виде таблиц баз данных, там можно было запросы делать SQL. Ну, в общем, вот в Excel хранилась информация о том, какую долю площади занимала там какая порода лесов.
Ну, собственно, по этому сценарию машина вывода с помощью базы знаний строит модель, ее идентифицирует, строит набор с этих, тоже, в принципе, тоже сценарий называется, сценариев расчета. То есть меняет там на начальные условия, например. Ну и после выполнения многокритериальной оптимизации, вот по этим критериям, да, выбирается, например, там 3-5 расчетов, которые, ну вот мы потом уже лицу, принимающему решение, по факту мы в эту сторону движемся, да, и уже и показываем как результат работы нашей вот этой системы. Что-то еще хотел сказать, но у меня даже вылетело. Ладно, вспомню, скажу. Вот что тут мог еще забыть. Так, машина вывода, критерии, база данных. В этом особо ничего суперсложного нету. Вот кажется, что это такое прям. Мне тоже, когда первый раз мы этим стали заниматься, да, но мы начинали вот, скажем так, вот с этой вот части. Сначала. Сначала меня отец научил моделировать, вот эту часть делать. Потом у меня пришла мысль, почему бы не автоматизировать составление модели. Мы вот эту вот часть построили. Точнее, вместе с базой данных, без базы данных, как-то убого смотрится. Вот так вот. Ну а потом, в принципе, пошли разные модели использоваться. То есть у нас была модель долей площадей, сейчас мы ее рассмотрим подробно. А потом у меня аспирантка Анастасия Попова, она стала заниматься уже вырубками, то есть моделирование процесса рубки прямо по направлению, по некоторым. Вот. В качестве визуализации используются, конечно, геоинформационные системы, но это нашей задачи. То есть прямо есть такой, кстати, библиотека OpenGIS на Java. Тогда еще не было вот этих всех на JavaScript, которые варианты были. Вот. Мат-модель, по сути, представлялась как раз в базе знаний. То есть строился граф определенного вида. Ну и в процессе построения графа мы ее модифицировали. То есть это практически в 50 случаях, процентов случаев, это просто вот этот блок, это, ну, просто какая-то идея, то есть его реально не реализуют. Хотя вот в литературе, особенно в книжках как раз моего отца, да, там как раз он говорил о том, что такие модели надо формализовывать, но ничего я там не нашел такого, как бы это можно было бы сделать. Но он географ, а я информатик. То есть у меня есть такое строгое более-менее понимание, что можно формализовать, что нет. Вот, значит, ну, рассмотрим, собственно, сам пример, как это все делается. Какие там правила. Так, вот это у нас есть для машины вывода и базы знаний есть два варианта. Один, значит, реализован на прологе. Причем в Java вот Ася на ту прологе его делала. На второй вариант мы чисто экспериментировали с автоматическим, когда доказательством теоремы, это Positively Constructed Formula, PCF. Но это уже наш формализм, мы его изучаем, его возможности. То есть они, в принципе, эквивалентны оказались. То есть особой как бы разницы мы здесь не заметили именно для этой задачи. А сейчас мы как раз ориентируем эту работу на то, чтобы создавать систему поддержки принятия решений. Вот мы сейчас грант в Российский научный фонд отправили, где мы бы, если нам деньги дадут, мы будем моделировать технологические процессы на китайском производстве. То есть там намного все более будет глубоко, сложно и страшно. И вот эти формулы, они сейчас мы получили ряд статей, которые позволяют доказывать, что можно для дискретно событийных систем
при помощи логического вывода, именно в позитивно образованных формул, пророк это не дает возможности строить как раз, то есть в результате, скажем, доказательства теорем, показывать, что нужно делать для того, чтобы систему приводить в определенное состояние. Ну, там это все долго, конечно, описывать. Суть в том, что есть некоторые момент времени, когда возникают события, например, там открывается или закрывается дверь. И мы можем... А, ну да, и робот, он может либо пройти через эту дверь, либо, значит, не проходит через эту дверь. И там подводный робот идет, и натыкается на препятствие, да. Его на карте нет, что делать? Тоже вот вариант. И вот как раз при помощи позитивно образованной формулы оказалось, что можно как раз синтезировать управление. Вот. То есть есть как бы стандартный алгоритм, описанный, да, который из автоматом представленной дискретной событийной системы при заданных целевых ограничениях строит автомат, управляющий вот той самой системой. Так вот, его можно не всегда построить. Вот один из вариантов как раз применения вот именно вот этого PCF, это составить дискретно-событийную систему производную, то есть подправить ее таким образом, так чтобы можно было обеспечить, ну то есть, например, исключить какую-то возможность и наоборот предоставить возможность запретить открывать какую-то дверь именно тому устройству, которое управляет этим процессом. Ну то есть, короче говоря, вот эта вся конструкция, она сейчас в нашем институте так это интересно развивается. Правда, те сотрудники, которые этим занимаются, они не могут себе представить, что они как раз относятся к области, то есть их работы, к области поддержки принятия решений. В общем, лесная задача, мы ее называем модель лесные ресурсы. А, ну да, это не мы, кстати, мой отец называет, а мы называли их динамика и управление древостоем. Ну, как бы сказать, здесь везде своя специфика, здесь как бы географическая, да, то есть больше здесь именно то, чем занимается Институт динамики системы и теории управления. Значит, вот, собственно, динамическая модель, да, у нас есть, скажем, несколько состояний, да, которыми или которые эти состояния могут быть присущи участкам леса. Скажем, берем весь лес, делим на маленькие участки, ну, например, на кварталы, да, то есть 2 километра на 4 километра. Вот преобладающая порода, произрастающая на этом вот участке, ну, считается, что как будто бы одна там растет. Потому что понятно, что на одном участке могут расти разные деревья, но я когда задавал вопрос, что значит преобладающая порода, интересный ответ был получен. Летит вертолет, там сидят лесники на нем, и бинокль рассматривают территории. И видят, что 40%, например, какого-то участка покрыто средневозрастными. То есть средневозрастные — это те, которые еще не плодоносят деревья. Средневозрастные сосной обыкновенной. 40% всего. Так вот, эта сосна обыкновенная будет преобладающей на этом участке. Потому что рано или поздно она все равно задавит остальные виды. Потому что она растет медленно, света меньше надо и влаги меньше надо. А лиственные, они очень быстро вырастают, дряхлеют и потом разваливаются. В общем, в общем виде, ну или не в общем виде, а пример куска модели, можно в следующем виде представить, что вот у нас есть некоторый участок леса, ну какая-то доля там маленькая. Ну, например, там ель. Ель, потому что 3 буквы писать надо все. И средневозрастная. Есть молодники первого класса возраста, второго класса возраста, я потом напишу средневозрастные, переспевающие, спелые и перестойные.
между ними равные промежутки времени. Ну, это как бы сделано для того, чтобы модель была попроще. Поэтому вот два класса молодняка. Ну вот, предположим, вот в эту сторону мы движемся. У нас еле растет, как бы это был молодняк. А второго класса возраста, это средневозрастные, тоже ель, да? И тут уже приспевающие. Тоже ель. А это была береза какая-нибудь. Попсовая, да? Предположим, она уже перестойная. Вот перестойные участки, например, переходят в средневозрастные ели. Это сукцессия называется. Сукцессия, то есть это, ну, как бы конвертация леса в другой лес. Ну так, здесь задается еще тау. То есть время, за которое, ну, грубо говоря, все элементы, находящиеся в этом состоянии, ну, там пускай будет x. Е, пускай называется. Это пускай будет x1, абстрактно напишем x2, x3, x4. А, ну тут, например, вот такая стрелка, да? Это гибель лесов в результате там пожаров, например. Значит, так это будет у нас тау ели. Тоже тау ели, они одинаковые. Это будет тау, ну, этой сукцессии, пускай называется. А это тау F fire, да, например, пожаров. Ну и модель, она линейная получается. То есть, если вот совсем-совсем абстрактно написать, то получится d x, ну, e, да, вот для нее напишем, например. Не конкретно для нее, а, ну, как бы для нее. То dt равно и принадлежит множеству всех вершин, которые вот внутрь входят, да, то есть вот это в и находится, да, вершина. И это в и находится вершина. А это, соответственно, будет в о находиться сразу. И это input, о это output. То есть для всех вершин, которые в него входят, получается, что то есть тау сумму обозначили время, да? Время, когда эти полностью переходят в это состояние. Поэтому единица на тау это доля за единицу времени получается. Поэтому единица на тау и е, да, в общем виде. Ну, то есть из итой вершины в етую, да, умноженная на x итая. То есть какая-то доля, она ну, добавляется сюда. И минус сумма всех выходящих. То есть и из о. Здесь только будет и делить на тау етая итая, да? Умноженное на x е только. То есть здесь, которые вот эти, да, индексы стоят. А здесь только вот этот индекс. Не звонит, ладно. Ну, еще можно добавить тут у. У ДЕ, например. То есть, грубо говоря, есть какое-то еще воздействие. Может быть, кстати, в обратную сторону. Но это уже именно управляющее воздействие. Например, мы там рубим лес. Только не задавая его тау, а прямо задавая вот объемами за один шаг, ну, то есть за дельта t получается. Но мы обычно эту штуку тоже моделировали подобным же образом. Потом покажу, как это делается. Вот такая модель. А, ну тут еще надо систему написать. То есть, грубо говоря, вот по этим e индексам системы. То есть у нас
Мы только две этой вершины рассмотрели, да? То же самое уравнение две этой вершины. Тут у нас есть какие-то входящие. Откуда там входят? Ну, вот одна выходящая. Поэтому здесь система. То есть мы для каждой вершины должны вот такую конструкцию написать. Ну, она несложная. В принципе. Ее, кстати, можно расширить. Там модели, например, есть. Это сосредоточенная модель, есть распределенная. То есть площадные прямо задаются клетки, и в каждой клетке такая модель присутствует. И между клетками, ну, правда, ее так и не сделали, по-моему, у нас кишка была тонка, в смысле придумать мат-метод. Я же в политехе учился. Я не все могу так сразу допереть. То есть, скажем, здесь растут сосновые деревья, да, и когда они плодоносят, они могут разбрасывать семена там на какую-то площадь, например, да? И таким образом получается, что появляются новые молодняки, но из-за того, что рядом где-то находится лес постарше. Можно прямо такие модели делать. И там она из такой постановки потом переводилась в непрерывную. То есть там прям производные были ПД. X там, по dy в том числе. И потом надо было обратно в дискретную перевести, но с меньшим размером вот этих ячеек. Значит, как строится модель, например, для ресурсов Иркутской области? Значит, нас интересуют следующие породы дерева. Первое это ель, у нас ее немного. Значит, ель, сосна обыкновенная, сосна сибирская, которую также мы называем как кедр. Хотя он не кедр, конечно. Вот ездили в Крым, я там очень подробно кедры изучил последний раз. Сосна сибирская, сосна обыкновенная, пихта, лиственница. Пихта, лиственница. Что-то есть. 1, 2, 3, 4, 5. А, ну да. Вот основные. Это, соответственно, ель. Сосна обыкновенная. И лиственница, да? Их еще называют светлохвойные. Но вот сосна сибирская и пихта — это темнохвойные. Темнохвойные, они как бы, ну, дороже, что ли, круче. Значит, дальше береза, осина. Ну, там еще некоторые ольха была, но там ее у нас не так много, чтобы прямо заниматься. Много чего там было еще, разных моделей. Значит, есть вот эти классы возраста. Соответственно, молодняки первого класса возраста, молодняки второго класса возраста, средневозрастные, приспевающие, белые и перестойные. Перестойные, значит, что, в принципе, их можно рубить уже без зазрения совести. Они тоже плодоносят, но, как сказать, в структуре древостоя они уже играют больше отрицательную роль. Лучше их срубить, пусть лучше там что-то новое растет. То есть они там, например, закрывают своими ветвями и хвоей весь свет, в результате там вообще темнота возникает. Ну, в общем, не очень. Для леса это не очень хорошо. Но первым делом правила вот эти вот в базе знаний, которые у нас экспертная система использует для построения модели. Вот у нас первое правило, что в каждой модели должна быть состояние с ноль, так называемое. То есть состояние, которое соответствует необлесенным долям леса. Необлесенные. То есть там этот опушки, гари, там вот эта территория принадлежит лесу, но леса на ней нет. Она, естественно, будет зарастать молодняками. Вот этими. Кто-то тут как нарисовать. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Там снизу нам еще понадобится место здесь. Интенсивности задаются
в этой модели вот эти tau, да, здесь вычисляются. Значит, если специальных данных нет, ну, то есть можно набор правил сделать, который вычисляет tau, да. И в случае, если вдруг по предыдущим правилам этого не удалось сделать, да, то можно предположить, что tau вот это будет пропорционально доли леса в начальный момент времени. И не меняется. Ну, потому что модель у нас рассчитана там на 50 лет. То есть 50-100 лет. Мы, в принципе, рубки планируем там на 2-3 года вперед. Поэтому это как бы уж слишком много. И поэтому tau не будут сильно меняться за это время. В общем, вот они вычисляются. То есть, видите, мы либо, когда вот сценарий реализуем, нам нужно здесь вот цикл писать, да, по идее. А если мы используем декларативные языки программирования, то мы можем написать, что, ну, это грубо, что вот для любого s, там, равного s нулевое, да, и для любого, там, породы дерева, можно запустить функцию, которую вот tau, ну, tau, там, не знаю, молодняков назвать его, да, вот этой породы дерева и s нулевое. Кстати, можно даже не писать здесь s нулевое, просто константу использовать. Хотя не, неправильно, потому что нам его найти надо в любом случае. И это мы должны присвоить, например, константу tau, соединяющую s нулевое там с новым состоянием, да, еще новое состояние создать. То есть, здесь существует состояние новое, да, которое, так, является состоянием молодняков первого класса возраста, так, и для нашей породы P, например. То есть вот примерно вот так выглядит формула, да, и мы можем ее применять для каждого варианта пород, известной в базе данных нашей. При этом нам не надо цикл писать, да, что вот по всем строчкам базы данных. Делаем select и туда его выгоняем. В этом смысле декларативное программирование здесь очень хорошо все показывает. Следующее правило совсем интересно. Если у нас есть некоторое состояние, скажем, лес находится в состоянии, это не молодняки именно первого класса, а в каком состоянии, например, S. Ну, я могу тоже так же S обозначать, только давайте другим цветом будем обозначать. Некоторое состояние S. И в базе данных известно, что за этим S еще есть состояние S'. Ну, в базе данных есть состояние, там были молодняки первого класса возраста. А там оказалось, что в базе данных есть столбец M2. Да? Но тогда мы можем с tau вот этим, для нашей породы дерева, она постоянно будет принятая, да, какой-то, поставить новое состояние вот сюда вот. И так можем делать до тех пор, пока в базе данных есть такая информация. Потом, если вдруг в базе данных нет такой информации, то мы можем построить модель общего вида. Я потом расскажу, там у нас прикол один был, когда папа приносит данные по лесхозам Иркутской области. Да? То есть это можно по одной, по всей области построить, а можно по отдельным лесхозам. Но по лесхозам информация была немножко более грубая, то есть там были эти вот светлохвойные, темнохвойные и вот эти лиственные растения. А среди состояний выделялись молодняки первого-второго класса возраста, средневозрастные и приспевающие, и вместе спелые и перестойные. Но чтобы запустить нашу систему уже для новой постановки задачи, нам нужно было только поменять немного набор правил. И все, в принципе, стало работать замечательно. Ну, в общем, вот это правило, вот самое такое часто применяющееся, вот она строила вот эту, я не буду там все эти цепочки рисовать. Понятно, да, что отсюда мы никуда не идем, потому что некуда просто идти. Поэтому доля площадей с перестойным лесом, она постепенно накапливается. Были варианты у нас работы с сукцессиями, но там проблема идентифицировать вот эту tau. Ну, то есть, например, если где-то у нас береза, скажем, береза перестойная, да,
Она на самом деле переходит в средневозрастные хвойные леса, он сказал. То есть она гибнет, но под пологом леса же постепенно-постепенно вырастают новые деревья. Мы это как бы не учитывали, но в принципе у нас довольно неплохие, как ни странно, результаты получились. Значит, тут еще одну вещь забыл вам сказать, что если есть лесоустроительные мероприятия, да, у нас такая информация, то вот сюда добавляется еще одна стрелка, где-то у нас сосна обыкновенная, так. Да, вот сюда она только добавляется, вот сюда вот еще одна стрелка добавляется, это наши лесоустроительные мероприятия, ну там они рассчитываются, например, из объема финансирования, или там финансирование, скажем, на одно дерево, грубо говоря, да, умножить на выживаемость этих ростков, она там порядка 70%. В общем, это довольно просто можно посчитать. Или не просто, но в общем можно это посчитать. То есть важный момент такой, что если в базе данных есть такая информация, раз мы здесь учли. В этом, кстати, мощь, опять повторяю, искусственного интеллекта, что мы можем по максимуму уточнять нашу модель. При этом, чем больше она у нас уточняется, тем мы лучше результаты получаем. Вот получается такая вот штука. Дальше. Значит, лес погибает у нас в результате пожаров. Пожары, второе, рубки. Третье, этот наш любимый шелкопряд. Сейчас будет его называть. Поедает лиственницу, зараза. Такие гусеницы длиной по 10 сантиметров, черные. Туристы его называют бомбовозом, потому что он иногда в складки палатки яйца откладывает и улетает. Там такая кучка получается интересная, когда вот, в виде конуса. Так, значит, пожары. Значит, пожары рассчитываются. Я, конечно, могу подробно тут рассказать, но в общем суть в том, что пожары рассчитывается в виде некоторой интенсивности пожаров. И она складывается из коэффициента, скажем, 1, умноженное на количество людей, которые там проживают, да. Ну, то есть, чем больше людей, тем больше вероятность, что кто-нибудь что-нибудь подожжет. Плюс К2 на длину дорог. И чем длиннее дороги, соответственно, тоже можно. Плюс среднее какое-то, например, К3 на среднюю интенсивность сухих гроз еще. То есть грозы. И плюс, туда добавляется К4, умноженное на площадь рубок, запланированных в этом самом году. Вот этот К4 равен 0,8. Но если у нас и в площадях, то есть там такая технология огневая чистка леса. Вот и мы рубим, скажем, один квадратный, ну грубо километр, там, конечно, не рубим столько. Вот еще 800 там, соответственно, выжигает. И вот эта интенсивность, она равномерно распределяется между всеми остальными вершинами, да? То есть я вот длиной нарисую там красным цветом, скажем, вот для этой. То есть какая-то доля, пропорционально доли, да, леса этого, уходит сюда. Оно тоже в процессе расчета не меняется. В общем, мы вот такие стрелки туда ставим для всех вот этих вот вершин. Для абсолютно всех. А, дальше не буду рисовать. Здесь он рисует, это пример.
Значит, рубки, они вычисляются, общая схема, задается некий объем деловой древесины. Его можно там через среднюю. Там. Ну, то есть для каждой породы леса известно, короче говоря, какая площадь должна быть вырублена, чтобы этот объем получить в среднем. То есть из нее мы S. Ну и там ее, соответственно, равномерно распределяем в году между спелыми и перестойными. Сейчас я тоже другим цветом нарисую. Например, черным, да, то есть рубки. Я их вот так вот, в принципе, моделирую, то есть делаю здесь специальное состояние, которое суммирует общий объем рубок. То есть это ель, сосна сибирская, там пихта и так далее. А, стоп, сосна сибирская мы не рубим. Это запрещено. То есть есть, конечно, там срубают, но для всяких поделок, но это, как бы, по идее, не должно быть незаметно. Но я, конечно, в этом не уверен. Самая это печаль сосне сибирской, то, что у нее тау равно 40 лет. И чтобы средневозрастных преуспевающих перейти, нужно практически полжизни человека. Для ели, ну, для светлохвойных, ну, конечно, для всех хвойных растений в Иркутской области тау равно 20. Ну, там или единица на 20, не 20. А для березы и осины тау равно 10. То есть они такие быстро растущие растения. И вот, чтобы, короче говоря, эту модель построить, М2, М3, средний возраст и так далее, для кого-то другого региона, да, нам нужно знать единственную, вообще говоря, константу, как говорит мой отец, это возраст. Я неправильно я поставил. Вот этот. Возраст рубки. То мы просто делим его на вот эти 7 состояний. 1, 2, 3, 4, 5, на 6 да, состояний. Получаем вот эту самую модель. Ну или ей подобное. Ну, короче говоря, вот у нас есть вот эти зеленые рубки, да, теперь. Сейчас еще надо там зацепить. То есть вот из этого состояния мы потом переходим в S0. То есть это будут лесные площади, но не покрытые лесом. Здесь, соответственно, тоже сюда идет. Ну и здесь, соответственно, туда же. Вот, что тут у нас? Ну, а шелкопряд это, в принципе, моделируется так же, как и пожар. То есть, мы там его не разносим по видам леса, хотя, в принципе, конечно, его можно было натравить конкретно на лиственницу, потому что она, я просто самая такая мягкая. Вот, и интенсивность пожаров и вот этот вот, ну понятно, рубок, понятно, и борьбы с вредителями, как раз это есть параметр, который задается вот в этом вот самом месте, в нужной нам форме. Либо мы там какой-то диапазон задаем, то есть сколько бы нам вкладывать от такого-то значения до такого-то значения. Но обычно мы от нуля считали, то есть, скажем, вообще не боремся с пожарами. А, и вот это, кстати, стрелка тоже. То есть, получается, вот, четвертый пункт, да, это лесоустроительные предприятия. Это как раз вот эти четыре пункта, это есть то, чем можем мы управлять реально. И по факту это вот этими коэффициентами. Так, объемом рубок. Ну и шелкопряд это как, в принципе, вопрос можно добавить сюда, вот, внутри пожаров, со своим коэффициентом. Ну и вот площади, засеваемые в процессе лесостроительных мероприятий. Не засеваемые, а засаживаемые, потому что сначала один год выращивается саженец в теплице, а потом его высаживают в землю и надеются, что какой-нибудь дурак там не подожгет это все, потому что оно сгорает просто пыль сразу.
Когда большие деревья, да, если верхового пожара нет, то они пожар, в принципе, могут пережить. А вот мелкие, так они просто гибнут там. И вообще человечество, недавно фильм смотрел, возникло только благодаря тому, что трава научилась выжигать другие деревья. То есть, когда трава высыхает, в ней в процессе засыхания появляются легко воспламеняющиеся вещества. И там любая искра просто их поджигает, и пока трава горит, сухая, она выжигает мелкие деревья. Таким образом, степи как бы обеспечивают себе одновременно и удобрение в виде этой вот, то есть калийные, да, вот эти вот, и заодно избавляется от конкурентов. Ну, и обезьяны были вынуждены слезть с деревьев, потому что просто деревьев стало не очень много. А пожары усилились, потому что количество кислорода в воздухе стало больше со временем. Ну и в степи уже как бы на четвереньках не походишь, приходится вставать на задние лапы и озираться. Ну и таким вот образом, полагаю, что появился Homo erectus, там Homo sapiens, потом другие подвиды людей. Так, ну в общем, здесь нам еще одно состояние нужно, которое называется S нелесная. И ее формула просто задается. S нелесная равно там K, не знаю, там K20, ну, коэффициент, умноженное на количество людей, проживающих на территории. Ну, ее можно оценить, просто взять количество нелесной площади в настоящий момент в базе данных лесостроительных мероприятий и поделить на население, которое там проживает. Если население растет, соответственно, нелесная площадь увеличивается. Ее, очевидно, отводят из всех площадей, которые у леса существуют, включая опушки. То есть мы, как мы не смотрим, что там растет, просто рубим себе. Ну, кроме вот этих состояний, что это у нас немножко другое. Мы должны просто пропорционально отвести с каждой вот этой вот, с каждого состояния сюда. Ну, это в случае, если только население растет. Это, кстати, можно отдельно задавать. Даже вот этим пятым параметром. Я специально таким блеком нарисую. Это, ну, говоря, формула развития региона. То есть впервые эту модель построили еще, ну, когда мой отец заканчивал университет, чистую математику. Он сначала биологический факультет закончил, с него перевелся на третий курс чистой математики. Но решил вот эту прикладную задачу, то есть представил модель лесных ресурсов. Вот. А потом, в 93-м году, я уже на втором курсе учился, он мне предложил как раз заняться этой задачей в рамках оценки влияния разработки сухоложного, ну, есть такой сухой лог у нас, месторождения золоторудного. Вот, и мы эту впервые модель с ним там построили, придумали там много интересных информационных технологий в то время. Как вот, например, потом все это в виде визуализировать, например. Вот этот вот блок визуализации, это один из самых, вообще говоря, интересных. Тут очень много всякого творчества. Я не говорю про остальные там блоки. Например, один из критериев, то есть критериев того, что модель хорошая, да, это не уменьшение в течение там 50 лет значения вот этого S0. Ну, то есть, грубо говоря, при рубках, давайте другой цвет поставлю. Например, мы эксплуатируем нашу территорию в течение там 50 лет, да, там, 50 лет. Вначале рубим много, а потом рубим меньше, либо там из кожи вон лезем и восстанавливаем вырубленный лес. И вот один из критериев, что модель хорошая, что вот к этому моменту мы
скажем, у нас было здесь какое-то S нулевое. И вот такое же оно здесь и осталось. Например. Или другой критерий качественный, например, что S нулевое вообще не увеличивается. То есть только вот, например, он может так. Ну, это больше на естественную динамику похоже. То есть мы вообще ничего не трогаем. Пожар единственный, как бы, и шелкопряд вот этот вот сибирский. Сибирский. Что-то там творит потихонечку. Но при этом мы как бы не трогаем территорию, живем там себе на наших территориях, население не увеличивается. И наблюдать можем. Вот когда мы эти модели посчитали, ну или вообще, когда у нас есть возможность посчитать эти модели, мы, например, можем сопоставить. То есть насколько там можно взять, посчитать разницу между сценарием, где мы рубим, и сценарием, где мы не рубим. То есть это естественная динамика. То есть взять, например, этот график, вычесть из вот этого графика и посмотреть разницу, в чем что стоит. Или, то есть, мы сделали как раз технологию, где можно было указывать, что нам, наверное, нужно просуммировать все вот эти вот конструкции. У нас была такая прикольная таблица, еще были до графических интерфейсов, то есть строилась таблица. Здесь у нас были эти молодники первого возраста, там. Вертикали, да? Молодники второго, я тут не буду все рисовать. Сейчас все нарисую. Ну, говорят, у нас столько вот есть пород, дерево. А, да, я нарисую. Хотя бы столбцы. И вот нам нужно посчитать сумму. Например, по горизонтали. То есть вот основная таблица вот здесь вот проходила, да? А тут еще у нас был запас такой. Здесь букву И ставим, то тогда в И попадает сумма по строке, например. Вот так вот. А здесь, скажем, ставим букву G, получается сумма по вертикали. И потом можно было построить график, например. Там, так, стоп. Здесь снизу. Я уже не помню там точно. В принципе, можно код попытаться найти, хотя я не уверен, потому что это очень давно. Вниз был перечень того, что мы там хотим, например, построить. Например, I плюс G. Хотя это, по идее, это какого-то там не имеет особого смысла, тем более, что это квадрат два раза считается. Вот. Против, например, G. И у нас генерировался такой график. То есть I плюс G. Тут G. Или наоборот. Можно было это все еще обозначить, например, на сценарий А. Один. А это сценарий А2. Построить на самом деле вот, вот это вот, и еще из него вычесть. Ой, не то. Вот это вот сценарий А1. А где-то там мы то же самое посчитали сценарий А2. Ну, то есть, имеется в виду еще одна такая таблица. И мы можем, например, из этого графика вычесть еще какой-то график. Вычесть минус, вот я нарисую сейчас, вычесть и получить третий график. В общем, довольно прикольная была штука, и вот мы это назвали алгебра сравнения модельных сценариев. В общем, довольно интересно так получилось. Потом еще можно было что делать. То есть у нас вот эти... Эта же таблица, это некоторый срез во времени получался. Да? Можно было использовать эти коэффициенты. Ну, кстати, еще можно было так вот сделать, например. Просуммировать вот эти молодники первого и второго класса возраста вот для этой, например, породы, да, для ели. Мы здесь, например, писали, например, Е. Здесь тоже Е. Да, она суммировала ячейку. А, например, Q. В общем, довольно прикольная была система. Кстати, давно не вспоминал это. Мы несколько статей потом написали этим системам. То есть отец-то мне занимался моей моделью, а вот мне, так сказать, довелось, работая с ним, вот. Я не видел, ну я знал, что существует таблица, там квадропро, там типа Excel.
Но вот так, чтобы вот именно из ячеек брать и суммировать таким вот методом, я потом не находил, кстати, нигде. Ну, понятно, что можно взять сейчас современные там нормативы, там А1, там что у нас, А, Б, С, Д, да, пронумеровать. То есть 1, 2, 3, 4. Потом, например, брать там А1, в смысле А2, просуммировать с В2. Ну так-то, по-моему, прикольнее, кстати. Тем более, что в Excel-то предполагает, что какое-то значение есть, а у нас тут ничего не предполагается, потому что это срез какой-то там Т нулевое, потом такая же таблица Т1, Т2 там и так далее получал. То есть надо было отдельный лист делать, что ли, на каждую конструкцию. И графиком-то намного интереснее визуализировать. Вот такую технологию мы разработали. Еще прикольный доклад был на конференции. Это мой был первый доклад на международной конференции на третьем курсе в студии географии. Я как пример простой модели, это же ну, такая более-менее сложная модель, пример простой модели показывал типа вред курения. То есть это вот квадрат, это источник никотина, да? То есть он, вот этот X никотина, он не меняется. То есть мы отсюда как бы отсасываем его, да, при помощи некоторого ТАУ, но это значение, оно постоянно как бы обратно в исходное состояние возвращается. Это никотин в организме. И он с некоторым ТАУ, там, скажем, это 1, это ТАУ 2, он выводится наружу, грубо говоря. Ну и мы настроили график. Там получалось, скажем, в нулевой момент времени никотина нет, да, потом его начинает вкуривать. А так как чем больше никотина, тем он быстрее выводится. Поэтому здесь такая похожая на логарифм конструкция возникала. И мы задавали в качестве критерия здесь это время, да, момент времени, когда концентрация никотина, там задавалась еще масса человека, например, там 70 килограмм, там, по-моему, и второй задавалось 100 килограмм. И вот если концентрация никотина увеличивалась, становилось больше некоторого критического значения заданного, оно от массы зависело, то мы объявляли о том, что в организме начинает происходить изменения, ну, которые в конечном счете приводить к смерти этого самого организма. Вот я когда делал этот доклад, руководителем секции был друг моего отца, там Михеев, он сейчас уже умер, заядлейший курильщик. И он там в конце серьезно говорит: спасибо, Евгений Александрович, за очень интересный доклад. Конечно, мне было не очень по себе, но вот такой пример. А недавно я познакомился с его сыном. Ездили мы на конференцию в марте. Я сказал ему про этот случай. Он очень долго смеялся и говорил: да, папа у меня очень сильно курил. Это его и убило, к сожалению. А то, что ты мне рассказал, говорит, это очень даже интересно. Вот. Еще один момент очень интересный, как раз касающийся сейчас вот по телевизору про Левченко все там и про Тулун. Так вот, мы здесь еще один блок специально сделали, правда не помню, как он уже был устроен. В общем, тут можно было вставлять эти коэффициенты, которые мы здесь наснимали, а мы GK умножать их на какой-то другой коэффициент и суммировать. Ну, то есть, фактически это была матрица некоторая. То ли оно было здесь разделено также по породам леса. Ну, в общем, а здесь еще, да, это все суммировалось потом в конце. Мы как бы создавали критерий, но мы его не анализировали, а это некоторая оценка результатов выполнения вот этой модели вычисления. И вот одна самая интересная, это было качество воды. Качество воды.
Ну, это в каких-то относительных критериях. То есть мы там не, единицы измерения же не существует, что такое качество воды там. Поэтому мы могли его сравнивать, например, с некоторым начальным значением или с текущим значением. То есть оно либо улучшается, либо потом уменьшается. Вот чем, ну там довольно неплохо получалось, то чем у нас структура древостоя ближе вот, к средневозрастным, приспевающим, спелым, да, вот эти. Вот эти самые важные, да, у нас получается состояние. То есть чем больше здесь у нас леса, тем качественнее вода, которая стекает из леса. А так как вот мы навырубали вдоль рек, и в ливни, которые в прошлом году, там у нас еще весной, да, получается, они не, вода, которая попадала на территорию Тульской области, она практически не тормозилась деревьями. И поэтому она вся и попала в реки. Поэтому вот лес вырубать это не очень хорошо. Он на нашей территории. Так, что у нас со временем-то получается? 8:30, да? Это мы целый час уже беседуем в одностороннем порядке. Что я тут могу еще забыть? Что мы еще делали? А, ну, критерии какие были? Ну, это критерии, например, не уменьшение объема рубок, например. Да? Скажем, мы рубим пропорционально количеству леса, который произрастает. Там тоже такие правила назвали. То есть хорошо, когда мы рубим много, но при этом нам нужно будет садить. А, ну вы, наверное, хотите узнать, какая модель в конечном счете получилась, которая именно относилась бы к sustainable, так называемый, development, то есть сбалансированное развитие. Но она оказалась вполне очевидной на самом деле. То есть мы можем рубить сколько хотим, если мы по максимуму вкладываем средства в лесоустроительные мероприятия, в борьбу с насекомыми и борьбу с пожарами. То есть Иркутская область, в принципе, способна, ну, выдать объемы леса достаточно большие даже. При этом у нас будет неистощительное использование лесных ресурсов. Модели показывали, что очень мало у нас будет перестойного леса, но средневозрастного, приспевающего и спелого вполне достаточно. Для того, чтобы, в принципе, и качество воды было нормальное, и экономика, так скажем, тоже работала. Вот здесь еще была довольно интересная конструкция в части именно оптимизации. Это один, кстати, из таких, одной из таких задач, что надо решать вполне адекватно. Скажем, сценариев вот по этим пяти, да, критериям, да, у нас получилось, которые мы управляем. Здесь. То есть мы для каждого критерия выбирали, ну, вот здесь мы ее не трогали, формула развития региона, да. А, кстати, Кения бывает, например, если... Когда в 96-м году занимались этой моделью, в 93-м, мы, значит, наблюдали уже процесс как бы деградации экономики. Потом мы задавали вот так вот как-то. Ну, то есть падает там в два раза к 2000 году, примерно. К 2000 году. Но отец говорит, что на самом деле можно не только такую рассматривать, мы можем считать, что она, наверное, что... Сначала падает, потом стабилизируется, а потом начнет, например, наверх идти. Или же наоборот, что у нас, в принципе, все очень здорово и хорошо. Мы просто вот так вот идем. Еще были варианты и такие даже. Ну, она на самом деле не сильно влияет, у нас очень мало населения, поэтому можно особо не заморачиваться. А вот пожары, шелкопряд или лесоустроительные мероприятия, они значительно влияют на эти самые объемы. То есть мы, например, задавали максимальные объемы, они в 89-м году у нас были, да? Ну, к тому времени, сейчас у нас чуть побольше тоже были. То, и при этом мы ничего не делали, то где-то за 40 лет у нас все там выгорало, и леса практически не осталось. Надо обязательно заниматься этим мероприятием. Так вот, значит, здесь мы комбинировали вот эти значения по три штуки. То есть минимальное какое-то значение,
среднее и максимальное значение. Вот и каждый, соответственно, по этим трем значениям. В общем, как-то там у нас получилось 280 с чем-то сценариев, ну, то есть там, и из них нам удалось выделить, вообще говоря, вот этот один, как бы, но мы предоставили как бы три варианта этих сценариев, тоже довольно интересные были варианты. То есть это вполне очевидный сценарий, как бы, он у нас сам по себе, вот, исходя из модели, и получился. Там выполнялись все критерии, там не уменьшение с 0. То есть не уменьшение с 0 это означает, что лес не теряет площади, да? Сохранение рубок на первоначальном объеме, да? И там что-то еще было. По-моему, не уменьшение. Да, не уменьшение площади спелых пород леса суммарно. Там некоторые, правда, уменьшались, а некоторые как бы замещались, потому что береза же лучше растет и быстрее засевается необлесенная какая-то площадь. Поэтому. Но береза ей здесь не очень хорошо расти. В смысле, она, конечно, растет, но елем здесь лучше. Точнее, не елем, а сосне обыкновенной и сосне сибирской, то есть кедровой. В северных широтах у нас очень-очень много лиственниц. Так вот, по поводу оптимизации, да? То есть первый этап это был Парето оптимальное множество, да? Я думаю, что вы, наверное, сами его посмотрите. Я уже, по-моему, несколько раз рассказывал. Второй этап это... Там я сам метод не реализовывал, мы просто взяли данные, отдали специалисту. То есть эти вычисленные критерии. Он там уже результаты принес. Но по сути есть там разные способы. То есть самое сложное в многокритериальной оптимизации это придумать, как свести все к одному критерию. Да? И там много разных вариантов есть. Один из них это, ну, типа как метод голосования. То есть у нас есть несколько экспертов, они там предлагают. Мы им предлагаем несколько вариантов из этих 200, да, они анализируют и говорят некоторые правила, как бы он голосовал. Потом мы смотрим, как они бы проголосовали по каждому сценарию, и выбираем тот, за который больше всего голосов выбирает. Хотя, на самом деле, есть существует теорема о том, что не существует единого способа прийти к одному мнению. То есть не существует. Прямо вот там, так она примерно и звучит. Вот. Ну и еще один интересный уже как бы по жизни, да, вариант был. Один из вариантов того, как можно организовать многокритериальную оптимизацию уже после Парето оптимального множества. То есть Парето оптимального множества вот такая конструкция. То есть у нас, скажем, точки здесь всякие есть. Так, и мы выкидываем те, которые хуже по всем параметрам какой-то другой точки. Ну, в результате у нас остается вот эта точка, вот эта. Они на границе все находятся. Это тоже выкидывается, потому что она хуже, чем вот эта точка. То есть вот это все уходит. Вот остаются там какие-то там. У нас, по-моему, из 200 осталось что-то 30, что ли, сценариев. Так вот, есть один из вариантов у меня, у моего друга. Он когда диссертацию писал, как раз он реализовал такой смешной вариант, когда, говоря, мы берем вот эти точки и в каком-нибудь порядке, скажем, 1, 5, 2, 3, не важно, какая здесь цифра, мы их как-то тут рисуем, какой-то последовательности. И рисуем здесь шкалу, типа хорошо, а здесь плохо. И показываем экспертам сам сценарий. Они, значит, смотрят каждую эту точку, так, ну или там несколько из них, да, в случайном порядке, например, даже. И потом говорят, что на самом деле, вот, я бы, говорит, поменял бы вот эти две местами, например. Или там, вот это не хуже, чем вот это. То есть они, грубо говоря, друг на другом стоят, да. Сюда бы я переместил. Это самое слабое сравнение.
И вот эта дополнительная информация потом преобразуется в задачу динамического программирования. Ну, там где-то simplex метод, помните? То есть там строилась функция f, равная там. И набор вот этих ограничений. Так вот, с каждым таким вот новым дополнительным мнением количество вот этих ограничений удваивалось. Скажем, мы одно поставили, у нас получалось там два уравнения. Еще одно, мы к нему еще добавляем два уравнения. Если еще одно куда-нибудь добавляем, да, тут еще добавляется 4 уравнения. В общем, такая штука с экспоненциальным ростом. А, кстати, еще не дорассказал. Ну, грубо говоря, вот они два поставили, так? Мы их для них придумали вот эту схему. Ну и применяя эту схему к каждому из этих сценариев, мы каким-то образом, соответственно, ну там у нас это был 1, 2, 3, 4, 5, да? Получилось 1, 3, 2, 4, 5. Да, вот так вот. И опять эксперту показываем, да? Они опять смотрят и говорят, ну нет, еще мы вот эти бы хотели поменять местами, да? Я 3-2, конечно, лучше мы не будем менять. Вот эти два. И вот это новое, как бы, ну, фактически ограничение, да, оно опять нас заставляет тут еще кучу вот этих файлов написать, ограничений. Но, тем не менее, мы потом, в конце концов, строили, ну, или он там строил, такую функцию, которая, там, если мы сами обозначим, там, какое-то значение, например, x1, там, x2, ну, там были, там, c, 5 x1 умноженное на x2. Там плюс c6 на x1, x2, x3. Ну, то есть функция она получалась нелинейная. Ну и в конце концов мы как бы несколько критериев к одному сводили. Мы показываем в очередной раз эксперту нашу последовательность. Он говорит, ну да, теперь все нормально. И потом вот эту формулу полученную, да, потому что когда мы эти c нашли, нам уже, в общем-то, ограничения становятся по боку, мы их можем выкинуть. Используем для того, чтобы уже испарять оптимальное множество, уже строить оптимальное множество. Ну и выбираем, соответственно, из них, там, скажем, первые три сценария. Потому что один сценарий как-то выдавать лицу, принимающему решение, тут возникает вопрос, какое решение должен принять. То есть принять этот сценарий или нет. Ему бы хотелось бы все-таки посмотреть, вот как вот с распределением квартир было, здесь то же самое. Мы готовили три сценария, и уже лицо, принимающее решение, должен был бы, мы не применяли ее нигде пока, эту систему. Ну, нет, мы ее показывали, конечно, с Сухоложкиным, например, да, месторождением. Отец потом сдавал же, и все. И ее приняли, потом пользовались, да, этой моделью. А мы просто дальше ее развивали, вставляли туда новые методы, там, специальные оптимизации. Вот. Это, кстати, на самый недоразвитый момент остался. Кто хочет, может тоже позаниматься. И вот это, кстати, тоже. У нас, по идее, два сценария всего, а так можно было бы и побольше сделать. Представляли мы эту модель в Китае. Там как-то китайцы приехали в 2000 в третьем году из института Шеняна природопользования, что ли. У них в 89 году случился пожар в северных провинциях. Ну, то есть те, которые граничат по Амуру с Российской Федерацией, ну, тогда Советским Союзом. Вот. Там почти весь лес выгорел. И вот они приезжали, их интересовала именно структура нашего древостоя. Они хотели съездить там в Хабаровский край, Читинскую область, и посмотреть, как там, какая структура древостоя. У них была первая задача. Вторая задача, они вот к нам обращались с отцом, как бы сделать так, чтобы разработать некоторую стратегию управления ростом вот этих деревьев, чтобы за минимальное время мы могли бы вернуть ту же самую структуру древостоя. Потом я случайно наткнулся на труды
великого нашего ученого Иркутского Москаленко. Он, кстати, я его лично знал, он тоже друг моего отца был. Он рассматривал эту задачу, именно структуру древостоя, то есть вот, грубо говоря, это возраст деревьев, да? Как там возраст пишется? H, да? А это как бы, ну, концентрация какая-то, процентов, например. То есть вот это вот одно дерево, второе дерево, ну, другая порода деревьев, там, третья порода деревьев, ну, например, здесь вот так вот, четвертая порода деревьев. И он как раз такую задачу рассматривал, да. Какая должна быть структура древостоя для того, чтобы максимизировать клубки, например. И он ее рассматривал с точки зрения уже непрерывных дифференциальных уравнений. Очень-очень крутой мужик был, в смысле математики. Ну, до этого дела не дошло. Я думаю, что это очень трудно реализуемо. Ну, вот эту модель мы там представили, поделились ей, они сказали, очень интересно. Там такая китаянка была Си Чжин Ли, она показывала свою модель, она ездила на стажировку в Америку, и там они строили площадные модели прямо вот из участков леса прямо рисовалось. Тут-то, видите, как бы доли-то абстрактные, не привязаны к конкретной координате X, Y, а у них вот уже было привязано. Тоже довольно интересно было посмотреть. Вот. Ну, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожелания, пишите.